Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики моего канала. Я всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал, ставите лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, а также оставляйте мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Сегодня такая тема на три варианта. Ваша загаданная ситуация. Какой будет итог? Как решится загаданная ситуация? Что повлияет на исход? Итак, что с вами сейчас происходит? Какая вас мучает проблема, ситуация? Чем вы озадачены? Подумайте, сконцентрируйтесь. Итак, первый вариант. Карта вашей ситуации. Для чего она была дана? Как решится этот вопрос? Помехи, которые будут у вас на пути. Что может повлиять на исход ситуации? И рекомендация. Это первый вариант. Второй вариант. Карта ситуации. Для чего она была дана? Как решится этот вопрос? Помехи, которые будут на пути у вас. Что может повлиять на ситуацию? Рекомендация. И третий вариант. Карта вашей ситуации. Для чего она была вам дана? Как решится этот вопрос? Помехи, которые будут на пути у вас. Что может повлиять на исход ситуации? И рекомендация для вас. Итак, подумайте, сконцентрируйтесь. Начинаем первый вариант. Карта ситуации. Вы чем-то озадачены, возможно, даже какими-то государственными вопросами, духовными вопросами. У вас, знаете, вы здесь глобалите. Возможно, вас мучает ситуация в мире, озадачены вы религией, куда вам идти, куда вам двигаться, духовным вашим развитием. Вы, скорее всего, находитесь в поиске какого-то вот решения, но это как-то связано с вашим мировоззрением. Для вас очень важны традиции, для вас очень важна семья. Я могу так сказать, вы не зациклены на материальных благах. Вы тот человек, который стремитесь жить по совести. И в данный момент вот эта ситуация, когда вы хотите все по справедливости, все по совести, чтобы все разрешилось благоразумно. Вы тот человек, который умеет сострадать. Но, возможно, где-то как-то вы оказались какой-то жертвой неправильного учения, неправильной информации. Глобальные масштабы вас мучают. И государственные вопросы, и ваше душевное состояние, и ваше духовное направление. Для чего вам дана эта ситуация? Вы эмоционально переживаете. Для вас очень важна любовь, взаимоотношения, понимание. Возможно, здесь ситуация эта связана с определенным человеком. Это ваш путь. Даже если вы страдаете, даже если что-то в вашей жизни не получается, эта ситуация вам дана для того, чтобы вы укрепились верой, жили надеждами и любовью.
Вы человек очень эмоциональный. И для вас очень важны чувства, преданность, верность, любовь. Эта ситуация вам дана для укрепления своей позиции. Как решится, разрешится этот вопрос? Вам нужно отстаивать свою точку зрения. Вы должны принять оборону. Несмотря на все препятствия, вы должны отстаивать свои позиции. У вас впереди работа тяжелая и борьба. Какие могут быть помехи? Вам придется находиться в определенном состоянии ожидания. А также могу сказать, могут быть какие-то материальные помехи, но вы к этому уже должны быть готовы. Что посеете, то и пожнете. Вы можете оказаться один на один с этой проблемой, но вы должны быть к этому готовы. У вас могут быть финансовые растраты, финансовые потери, но вы должны будете быть к этому готовы. Вам обязательно необходимо взрастить вот то, о чем вы мечтаете. Нужно набраться терпения. Что может повлиять на ситуацию? Резкое изменение. Жизнь может повернуть совершенно в обратную сторону. Даже, возможно, что-то разрушится раз и навсегда. Но вот это разрушение, оно как будто идет как освобождение от чего-то. Разрушение определенного строя. Разрушение, возможно, ваших каких-то консервативных взглядов. Рекомендация. Необходимо действовать. Начинать что-то новое. Двигаться вперед. Ничего не бояться. Вас ждут великие дела и великие начинания. Впереди союзы, новые знакомства, новое общение. Вы как будто начинаете все заново. Вам поможет только ваша внутренняя энергия, ваша внутренняя мощь. Первый вариант. Теперь мы смотрим второй вариант. Ситуация, карта ситуация, колесо фортуны. Что-то резкое очень должно измениться в вашей жизни. И вы так надеетесь на колесо фортуны. То, что вам фортуна улыбнется. То, что вы поймаете за хвост жар-птицу. Ситуация, когда вы должны будете пустить нос по ветру и действовать. Не упустить свой шанс. И вы это понимаете, что вот-вот-вот и все изменится. Вы как будто должны сорвать какой-то вот большой куш. Может быть, это финансовая, кстати, ситуация. И здесь эта ситуация, может быть, также говорит о том, что вы можете заработать крупную сумму денег. Для чего эта ситуация вам дана? Для того, чтобы вы обдумали. Несмотря на то, что вы находитесь, может быть, в какой-то некой печали, для того, чтобы вы поняли, когда что-то уходит, оно и должно это уйти. Чтобы вы понимали, что нельзя никогда унывать. Нельзя. Даже если вы в чем-то нуждаетесь, все проходит. Как решится этот вопрос? 15-й старший аркан дьявол. Возможно, опять-таки, вы впадаете в какую-то зависимость. Если вы думаете вот о каких-то
материальных благах. Здесь так: либо пан, либо пропал. Либо вы действительно сорвете большой куш. Но также эта карта говорит зависимости. То есть что-то от чего-то, от какой-то ситуации вы будете зависеть. Возможно, придется чем-то пожертвовать для того, чтобы что-то получить. Какие будут помехи? Ваши страдания, ваши разочарования. Опять-таки, с чем-то придется расстаться, чем-то придется пожертвовать. Ваше внутреннее состояние, ваши страхи – это также ваши помехи. Что может повлиять на эту ситуацию и на лучший исход? Ваше стремление к победе. Ваше стремление к победе. Какая вам идет рекомендация? Для того, чтобы быть успешным человеком, у вас все для этого есть. Вам нужен внутренний баланс и спокойствие. Здесь старший аркан император. Вот вам и идет такая рекомендация. Будьте как император. Будьте уверены в своих силах, в своих знаниях. Все тщательно нужно проверить. Все взвесить. Посмотреть, что у вас есть. С чем вы готовы расстаться, с чем не готовы расстаться. Чем вы готовы пожертвовать. Благоразумие – ваша опора и спокойствие. И третий вариант. Ситуация может быть связана с вашим здоровьем, с вашим состоянием, именно здоровье. Вы, может быть, молодой человек, но также чувствуете себя именно физически не совсем в хорошей форме. Также это ситуация, которая говорит о том, что у вас очень огромный жизненный опыт. И вы должны четко понимать, куда вам дальше двигаться, на что вам нужно опереться. Ситуация также связана с вашим внутренним миром, с гармонией, с вашим жизненным опытом. Много разочарований. Давайте посмотрим, для чего вам дана эта ситуация. Для того, чтобы вы наладили баланс. Для того, чтобы вы прошли этот путь. Здесь путь может быть очень рискованным. И здесь старший аркан, и здесь старший аркан. Вы должны научиться балансировать. Вы должны научиться найти вот эту вот гармонию и точку опоры в своей жизни. Внутри себя. Вы должны быть уверены в себе. Как решится этот вопрос? И здесь старший аркан Луна. Очень много что-то скрывается. Вы, возможно, подвержены эмоциональному состоянию. Вам нужно прислушаться к своей интуиции. Внимательно обратите внимание на сны. Ситуация может повернуться совсем не в ту сторону, которую бы вы хотели. Может быть, даже скрывается какой-то обман в чем-то. Много чего неясного, много чего непонятного. Пока даже нет просвета в этой ситуации. Давайте посмотрим помехи. Что же мешает? Мешает то, что у вас очень мало жизненной энергии. Вы где-то не верите в свои силы, в свои возможности. Вот помехи. Что может повлиять на исход? Западня. Западня. То есть тяжело. Какая-то такая ситуация тяжести. Ситуация, когда вы думаете, что вот, ну, все, мне так тяжело, я ничего не могу сделать. Ситуация тяжести, ситуация одиночества, когда вы должны быть сильным человеком, а у вас не хватает энергии.
И если вы найдете в себе внутреннюю силу, ничего не побоитесь, все разрешится. Давайте посмотрим рекомендацию. И здесь рекомендация западни. Вот понимаете, как паук ловит муху и высасывает энергию с нее, так и здесь. Вы кто? Вы паук, либо вы муха-жертва? Вам нужно определиться. Вам нужно научиться бороться. Вам нужно задать себе вопрос. Вы кто? Тварь дрожащая или человек? Если вам понравился мой расклад, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Берегите себя, берегите своих детей. Всего вам доброго.